В этом году я вел себя плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводок новых грешков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, пьянил. По полной жег, каким был, таким и остался, по-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня нового свой мешок, а я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний, на прошлогодние грабли не ляжет. Так что я не замечу там боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова друг не окажется прошлым. Хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым. В подарочной упаковке с локтями, лентами, прижатыми к ребрам. С чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким. Без желчных речей с подоплекой, без глума над недалекими. Понявшим, принявшим, простившим и отпустившим. Чулки у камина, новая карма. Хари Рама, он Хари Кришна, красношубый Всевышний. Пролез бы в трубу и под елкой меня положил. Классно был бы подарок, жаль, я его не заслужил. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний, на прошлогодние грабли не ляжет. Так что я не замечу там боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым. Ребят, всем большой привет! Только что прослушали кавер на новую песню Noize MC из нового альбома «Царь горы». Песня называется «Грабли». Если понравился кавер и хотите получить полный разбор песни с его партией также, я здесь не его партию исполнял, как вы поняли, скорее ставьте лайк, набираем 2000 лайков, выходит полный разбор песни «Грабли». Если вы еще полный новичок и не знаете, как вот вообще гитара строится, как она звучит, что дергать, что к чему вообще. Внизу в описании под видео есть у меня самоучитель игры на гитаре, который называется «Освоим гитару за 7 дней», пройдя который, вы научитесь играть на гитаре скорыми темпами и скорее подключитесь к нам, к настоящим музыкантам «Хижина музыканта». Подписывайтесь на канал «Хижина музыканта», и все у вас будет отлично. Всем до скорых встреч. Пока.